Ну как, ну да, не повезло, что не забил, но очень хочется. Слава богу, что моменты есть, мы их создаем, и не так много, как хотелось, но все-таки они есть и в последующих играх. Я надеюсь, мы будем забивать, и я очень хочу этого. Ну, хотелось, конечно, как можно раньше забить, и ну, Ужгород тоже неплохая команда, молодые футболисты, и они тоже били с первым тайме, не давали как бы создавать стопроцентные моменты за то, что им... Браво просто. И, ну, во втором тайме мы вышли уже после разговора в раздевалке, и у нас не стало шансов, как просто бежать вперед, создавать, 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 и выиграли игру.